Да, друзья, 100 тысяч подписчиков у меня уже, и я очень-очень этому рада. Я хочу поздравить себя и нас всех с этой замечательной круглой цифрой. Наконец-таки я этого достигла. Ура! Друзья, особенно хочу поздравить и поблагодарить моих зрителей, моих подписчиков, которые со мной на протяжении уже 6 лет. Впервые я открыла свой канал в 2017 году. Как быстро, друзья, летит время. И у меня уже более 1115 видео. Разные темы и разные виды. О разном я вам рассказывала и говорила. Мы были с вами вместе на протяжении долгих-долгих 6 лет. Спасибо вам огромное! Те, кто не забывает меня, те, кто пишет мне добрые и хорошие комментарии, те, кто ставит лайки и те, кто делится моими видео. Без вас, конечно, бы ничего этого не случилось. Но вот, я счастлива, что так получилось, и всех вас хочу поздравить. Спасибо всем, друзья! Конечно же, я буду продолжать вести свои видео и продолжать вести свой канал. Надеюсь, друзья, что все-таки когда-то мы с вами достигнем миллиона. Именно такую цель я себе ставила, когда начинала вести свой канал. Ну, знаете, украсть так миллион, а любить так короля. Сейчас как-то смешно прозвучало, очень неактуально, но, тем не менее, вот такая вот была когда-то у нас пословица или поговорка, не знаю, путаю. И еще, друзья, вы знаете, я же все надеялась, что сейчас 100 тысяч, и мне через какое-то время пришлют серебряную кнопку, и я обязательно сниму вам видео и покажу, как здорово у меня серебряная кнопка. Вот она в руках, смотрите. Именно то, чего, в общем-то, я так долго и ждала, и добивалась. Но вы знаете, оказалось, что это все не так-то просто, и не тут-то было. Во-первых, это все очень долго. Мне сказали, что сейчас, несмотря на то, что у меня уже 100 096 человек подписчиков, и слава богу, что число подписчиков все растет и растет, но оказалось, что я должна, вы знаете, не ждать просто поздравления от YouTube канала, а сама писать, доказывать и заказывать эту кнопку с Ютуба. Я должна доказать всеми документами, что я вот на протяжении стольких лет сама постепенно добивалась вот этих вот результатов. И они потом все это проверяют. Я должна выслать все свои документы, подтверждающие, что я это я. Паспорт, как мне сказали, в нескольких экземплярах. И еще какое-то заявление написать. Друзья, ну, в общем, мороки там столько, что я подумала, да ладно, не нужна мне ваша кнопка, если все так сложно, да, оставьте вы ее себе. Я рада тому, что мой канал живет, что мой канал растет, количество подписчиков увеличивается, и я очень-очень этому рада. Ну, вот, наверное, и все. Буду стремиться теперь
к миллиону, друзья, да? Ну и несмотря на то, что у нас сейчас ноябрь, и, знаете, серо, пасмурно, дождливо и холодно, но я показываю вам весну. У нас на экране красота неописуемая и весна. Весна в душе у меня тоже. Наверное, так мало нужно человеку для счастья. И вспомнилось мне вдруг 100 часов счастья. Очень хорошее стихотворение Вероники Тушновой. Я хочу с вами им поделиться, друзья. 100 часов счастья. Разве этого мало? Я его, как песок золотой, намывала, собирала любовно, неутомимо, по крупице, по капле, по искре, по блестке, создавала его из тумана, из дыма, принимала в подарок от каждой звезды и березки. Сколько дней проводила за счастьем в погоне, на продрогшем перроне, в гремящем вагоне, в час отлета его настигала на аэродроме, обнимала его, согревала в нетопленном доме, ворожила над ним, колдовала. Случалось, бывало, что из горького горя я счастье свое добывала. Это зря говорится, что надо счастливой родиться. Нужно только, чтоб сердце не стыдилось над счастьем трудиться, чтобы не было сердца лениво, спесиво, чтоб за малую малость оно говорило спасибо. 100 часов счастья чистейшего, без обмана, 100 часов счастья. И разве этого мало? Хочу сказать вам спасибо, друзья, и еще раз. Это мое короткое видео, просто поздравление. Еще один рубеж пройден, еще одна вершина взята. Друзья, обязательно встретимся вскоре. У меня для вас еще много нового и интересного. А на этом я с вами прощаюсь, друзья. Берегите себя, пожалуйста, в это трудное время. Надеюсь, что у вас у всех все хорошо, и мы вскоре увидимся вновь. Всем пока!